От всего сердца поздравляем вас с праздником. С праздником весны, с праздником цветущих и радующих нас женщин. Мы желаем, чтобы вы были всегда радостны, красивы и, самое главное, здоровы. У мужчин есть такая очень важная обязанность – защищать свою родину. И для тех женщин, у которых мужчина находится не рядом, а выполняет свой священный долг перед Родиной, я желаю вам крепости духа, терпения и ждите своих мужчин. Потому что если вы нас ждете, мы всегда вернемся домой. С праздником!